Добрый день, обзор ноутбука Lenovo Z560. Данный ноутбук имеет 15-дюймовый экран со встроенной веб-камерой, также алюминиевый корпус, полноценная клавиатура с дополнительным блоком цифровых клавиш, отдельно есть сенсорные кнопки, также они работают без всяческих проблем. Так, выключили. Также тачпад работает, никаких проблем нет. Ноутбук по техническим характеристикам. В нем установлено два жестких диска. Первый диск на 120 гигабайт, второй диск для хранения данных на 250 гигабайт. Также, естественно, при желании можно расширить, заменить. Данные жесткие диски в отличном состоянии. SSD диск. Это второй жесткий диск. Никаких проблем с ними нет, все работает быстро, отлично. Соответственно, интернет тоже при достаточной скорости. Никаких проблем нет, все отлично работает, ничего не тормозит. По дополнительным техническим характеристикам. Установлен здесь процессор Intel Pentium P6000, 2 ядра, 2 потока. Память установлен две планки по 2 гигабайта, всего 4 гигабайта. При желании можно расширить. И установлена видеокарта GeForce, NVIDIA GeForce 310M на 512 мегабайт. Продемонстрирую как раз воспроизведение HD-видео. Или ее часть. Зачем ты меня сюда послал? Ничего не тормозит. Соответственно, продемонстрирую звук. Все воспроизводит, ничего не тормозит. В ноутбуке по портам с левой стороны установлен порт для RJ45 для сети, порт VGA для проектора, два порта USB, первый порт, второй порт и HDMI выход. С правой стороны у него USB порт. Здесь установлен второй жесткий диск, напоминаю, и выходы на наушники и микрофон. Здесь установлен новый аккумулятор, заменен старым. Работает без проблем. Что еще показать, рассказать? Показал. В программном плане на ноутбуке установлена операционная система с последними обновлениями. Все необходимые программы, включая антивирус. Ничего дополнительно устанавливать не нужно. Все работает, все обновляется. С этим заморачиваться не нужно. Браузеры также все необходимо установлены. Установлена простейшая игра. Можно запустить. Проверить, никаких проблем с ней нет. Игра легкая. Запускаем игру. По комплекту еще скажу, что в комплекте идет отдельная сумка полноценная, в отличном состоянии, без всяческих дефектов на ремне. Также идет дополнительная мышь. Случайный выбор сделаем. Так, ну все, собрались.
обращайтесь.